была возможность сделать свою жизнь лучше. Чем больше человек знает всяких хитростей и лайфхаков, то тем больше он сможет сделать. Поэтому я ничего не таю. Я, как только я чему-то научаюсь, я сразу пытаюсь это поделиться со всеми и научить всех желающих этому. Поэтому у меня уже ни одного секрета не осталось. Все мои секреты уже всем известны. Один секрет, который известен вообще всем и, наверное, не является моим собственным, это жить надо с удовольствием, получая радость от любой секунды, от любого происшествия, что бы это ни было, вне зависимости от того, отрицательное это событие или положительное, всегда с радостью и всегда с счастьем, что это произошло. Могло бы не произойти. Какое счастье, что это произошло.